8 улиц, 12 садовых товариществ, около 300 жителей и всего одна детская площадка. И та не в лучшем виде. Жители деревни Шульгино забили тревогу. Обратились к властям и депутатам с просьбой привести игровую площадку в надлежащее состояние. Мы самая большая деревня в нашем поселении. И, к сожалению, у нас площадка не соответствует нормам. Нам хотелось бы покрытие, нам хотелось бы, чтобы дети наши не месили эту грязь, да, и не ходили на соседние площадки за 2 километра в близлежащие поселки. Низкое расположение местности и близость водоема стали причинами частого затопления площадки. Больше всего родители мечтают о хорошем сухом покрытии. Депутаты предложили несколько вариантов реконструкции и обещали помочь ее провести. Если будут запланированы деньги на данный элемент благоустройства, мы ее поддержим, сделаем смету, подготовим также 3D-проекцию, согласуем с жителями, потому что и администрация, и казенное учреждение, управление благоустройства всецело жителями и советуются, и согласовывают элементы благоустройства. Планируется облагородить и территорию вокруг искусственного водоема. Место красивое, но заброшенное. Местные жители прикладывают все усилия, чтобы привести его в порядок. В том году мы вывезли отсюда больше 20 контейнеров мусора благодаря МКО. Мы, местные жители, в том году собирали деньги и почистили пруд. Почистили береговую зону. Но единственное, что, конечно, мы не в состоянии, да, собирать такое огромное количество денег и сделать какую-то себе там зону отдыха. А потом мы не знаем, на чьих это территориях она будет расположена. Конечно, очень хочется видеть эту зону отдыха у себя, потому что, еще раз повторюсь, мы активные, мы любим и работать, и отдыхать, но, к сожалению, у нас этого места нет. В прошлом году по просьбам жителей было построено 2 детские площадки в сельском поселении Барвиха и в Усово-Тупик. Возможность реконструкции площадки в деревне Шульгино будет обсуждаться. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».